Правда, я хотела совсем другой, но не нашли и взяли этот. Очень-очень эффектно получилось. Стоп. Вот недавно у меня была фотосессия, и девушка говорит: вот, у меня персонаж постоянно обитает в библиотеке, нужно что-то придумать, я не знаю что. Ну, естественно, у нас библиотеки не такие красивые, как в Америке или в Японии, вот, и у нас немножко обшарпан. Поэтому я подошла к этому вот, с такой вот интересной стороны. Собственно говоря, мы взяли, это в обычной комнате снято, мы взяли много-много книг, выложили их по спирали, и вот получилась вот такая вот вещь, собственно говоря. Сама фотография персонажа. Скрипки, самолетики. Вот, кстати, верни назад. Очень-очень замечательный фотосет Беллатрикс Айден и... Я не помню, честно не помню, просто уже сейчас нет человека. Говорю, возьмите, купите какие-то машинки, там, самолетики, поиграйтесь, просто поиграйтесь. Вроде как не в духе персонажей, но насколько передана их забота о друг друге, какие-то нежные чувства. Вот, собственно говоря, тоже опять-таки к Стафу, то есть всякие цветы, если они нужны, возьмите. Если, ну, собственно говоря, мотоцикл, еще один, кстати, этот мотоцикл просто стоял к нему. Стоп. Еще одно, вот, кстати, вот, я находила винтовку для персонажа. Я сама занимаюсь исторической реконструкцией, это моя винтовка вообще. Вся веселость состоит в фото в том, что девушка не могла ее поднять. То есть мы фотографировали буквально на раз, два, три. Она делала так... Я так щелк. Все хорошо, я опускаю. Ну вот, у меня немножко руки посильнее будут, поэтому я смогла с ней работать. Так не всегда получается. Собственно, верни назад немножко. Она... вот это вот фото, на самом деле, это постановочное. В том плане, что мы доставали специально колючую проволоку, мы ее натягивали. Она ее на самом деле держит. То есть она не где-то натянута, она ее держит. И вот на фоне нее фотографируется. Да, это в студии снималось. Девушка замечательная вот у меня снималась. Она принесла с собой... Это очень большая редкость, на самом деле, что косплееры приносят что-то с собой. Кроме себя и костюма. Потому что костюм они не всегда приносят весь. Вот. Девушка принесла с собой подушки. Стоп, останови. Вот тоже очень интересная фотосессия. Мы снимали ее с Мугами Шивасе. Это снято в помещении, в квартире. Эти яблоки, они на самом деле не настоящие. Это бутафорские яблоки я покупала специально, потому что они очень легкие. Маги говорит, не все, но там, да, там от два или одно там висело, но они в итоге падали, они очень тяжелые были. Мы вышли, точнее так, мы повесили фон черный, я вбила пару гвоздей напротив, ну, по бокам комнаты, натянула проволоку, потом вышла, срезала несколько веток, повесила, прицепила к ним, примотала к ним эти яблоки. И повесила на заднем фоне. Вот такой вот эффект получился. Собственно говоря, яблоки, листья, то есть там лежат все вместе. Хорошо. Вот, собственно говоря, тоже вот для косплея фотосессии вот мы такую вот задумали такую вещь. Персонаж очень как бы... Да, кстати, можно, если на секундочку, там вернуть на тот? Персонаж связан с постоянной канцелярией, то есть он с собой таскает эту канцелярию. Очень тяжелый был кадр, на самом деле, потому что было очень холодно. Вот это вот первое наше вот, когда мы пошли на фотосессию, да, и нагребли тучи. Вместо солнца было туча. Вот, ну вот, это вот как бы очень практическое применение того, как можно интересно обыграть персонажа. То есть, если он там связан с канцелярией, не обязательно ему тут же давать в руки канцелярию, то фотографировать его только так. Обыгрывайте. Интересные вещи выкладывайте. Бабочек там, я не знаю, ну, по-разному. Так. Опять-таки, к
карты падающие, тоже множество кадров, чтобы снять их. Эмоции. Вот, кстати, первая моя задумка была именно вот между персонажами. То есть вот мальчик девочку любит, она его нет. Собственно говоря, мы вот так вот это обыграли. Дальше. Гитары, конфеты. Если можно, еще... Покажи, покажи. Не-не-не. Не спустись. Не-не-не. Правда. Это 75-й год, правда. Или 73-й, я точно не помню. Нашли мы эту газету вот в этих чемоданах, которые у меня стояли на чердаке. Заглядывайте почаще на чердак, может, у вас тоже там что-то завалялось. Вот. Она была, правда, немного мятая, но нормальная, камелефошка. Сейчас выйдем. И зайди, там папочка есть. Не-не-не. Да, вот это вот. Угу. Вот стоп. Стоп. То, что я хочу сказать. Не у всех и не всегда есть возможность фотографировать в студии. У меня очень долго не было студии. Я в студию приобрела, ну, фотостудию я приобрела всего год тому назад. А до этого мне же нужно было где-то фотографировать некоторые косплеи. Вы не поверите. Это снято? Нет, это не ванная. Все говорят, это ванная. Вот на этом я хочу заострить акцент. Это лестничная клетка. Подождите, не пугайтесь. Подождите. Да, свет идет из окна, собственно, за мной. Лестничная клетка, мы ее обклеили обычными листами бумаги. А вот это вот сзади, это называется смекалка фотографа. Эти штучки, это битое стекло, наклеенное на бумагу, залитое клеем, закрашенное баллончиком. Потом нарезано так, как тебе нужно. И вот, собственно говоря, да, дальше. Тоже еще одно проявление смекалки, что называется. Эпическая фотка. Опять-таки, лестничная клетка. Причем та же, да. У нас была там студия, я шутила, у меня студия в центре города. Ну, не почти в центре, ну, неважно. Да, это картонная коробка. Обычная картонная коробка из-под телевизора. Она разрезана. И на нее с одной стороны наклеена фольга. Это обычная фольга. Ну, вот что, собственно говоря, мы с ней такого вот сделали. Там целый фотосет на фоне этой фольги. Очень-очень красивый. То есть на самом деле очень понравился этот фотосет. Это было довольно ярко. Дальше. Вот, собственно говоря, снято уже со студийным светом, но при этом штора сзади, да, это обычная ткань, свернутая там, накрученная на ней что-то. Дымочек идет, это дым-машина, правда, она стоит не так уж дорого. Обычный стул, накрытый тканью, обычная палка закрученная, и это палка. На ней фатин, розочки. Прикреплено все буквально на живую. Дальше. Вот, собственно говоря, та же лестничная клетка. Да, это... Представляем вам лестничную клетку Мегами Шевасе. Вот. И обыкновенная... Это даже не фатин, нет. Это москитная сетка. Это много-много москитной сетки. Это мне Мугами говорит, ой, мне дедушка мне москитной сетки принес много. Я говорю, так давай, это круто, это классно. Вот тоже проявление смекалки, что называется. Взяли провода, обычный провод телефонный. Покрасили в разные цвета баллончиком. Такая вот фигня получилась. Ну, я ее прикрепила ей сзади. Собственно говоря, это макось. Мы снимали макось. Дальше. А, собственно говоря, да. И... Не-не-не, подожди. Последнее. Не-не-не-не.
настроение, эмоции. Актерство. Актерство вам. Да. Очень это последнее, что я хочу сказать. Очень важно, чтобы вы использовали, были более эмоциональны на фотосессиях. Это очень важно. Передавая эмоции, играя, вы можете очень многое показать. Все, ребята вот хорошо сыграли. Очень классно. Дальше. Вот. Это мы в памяти. Тоже у нас Феня замечательная. Она замечательно сыграла. То есть она отыграла такого кендера. Такой персонаж очень такой веселый, такой вечно забулдыгал. Такой, не бойтесь быть смешными. Не бойтесь. Собственно говоря, замечательный кадр, то есть да, поиграем в детей. И следующий. Вот тоже, стоп, паузу нажми. Очень-очень важно, если можно, приблизить. Нет. Назад. Вот она, предпоследняя. Собственно говоря, вот очень ребята хорошо отыграли вот сцену с этими ножницами повыше. Такое мы сделали небольшое слайд-шоу с замахом ножниц. Все, хватит приближать. Вот вниз. Ниже. Следующий. И вот замечательный кадр. Просто замечательный. Столько вот не бойтесь играть своим лицом. Не бойтесь этого. Это замечательно. И вот последний, на последний кадр. Это уже мы выгонялись, это было в камере. Да, вот это заключение, собственно говоря, моего эпического всего этого истории. Выключаем. Что я хочу сказать? Выключай! Что я хочу сказать? Не бойтесь эмоций, не бойтесь новых локаций, не бойтесь экспериментировать. Выбирайте что-то как можно и более интересное. И самое главное, возьмите все, что вам в голову взбредет на косплей-фотосессию. Шпильки. Весь макияж, который есть у вас, у ваших друзей. Ваших друзей. Расспросите у них. Поговорите с фотографом насчет локации. Обязательно поговорите с ним об этом предварительно. Придумайте, подумайте, как бы было бы это интересно. Собственно говоря, на этом я могу закончить. Всем спасибо.